All right, we are going to enter now, and I don't know how far we'll get, but we will start in chapter 6. А итак, мы с вами переходим к 6 главе. Не знаю, сколько мы успеем сегодня пройти, но начнем. This is going to be the Lamb is going to begin to open the seals on this scroll. Итак, Агнец собирается теперь уже открывать те печати, которые были на книге. Now, the key to understanding the seals is a doctrine called common grace. Я верю в то, что ключ к пониманию вот этой печати заключается в понимании доктрины общей благодати. I'll have Guzel read this description of common grace here. Общая благодать. У вас есть определение из систематического богословия Грудема. Это Божья благодать, через которую Бог дарует людям неисчислимые благословения, не имеющие отношения к спасению. Okay. Have you heard of this doctrine before? Доктрину общей благодати вы слышали? Yes. Okay. Хорошо. So, common grace is based on the kindness of God, but it is not eternal in nature. Основа для общей благодати – это благость Бога. Основа – это благость Бога. Но это не вечное понятие. So, here's the idea. Common grace is God allowing us to live good lives, even though we are really under the curse of death. Что такое общая благодать? Заключается учение в том, что Бог позволяет нам жить, достаточно хорошо жить, несмотря на то, что мы живем грешно. То есть это то, как дела обстоят у нас сейчас. Например, что вам нравится в вашей жизни? Вот сейчас вот что-то у вас есть в жизни, вам нравится, что это у вас есть. Что вот хорошего? You like to eat? Кушать любите? Okay. Yes. Да. Благодать. What else do you like? Что еще вам нравится? Спать. To sleep. To sleeping, okay, так, sleeping. Спать, хорошо. Работать. To work. Работать. You like to work, okay. Хорошо, работать кто-то любит. Проще сказать, что не нравится. Ну, надо позитивно мыслить. Okay. В работе надо быть отдушен. So we have all these things. Do you live in relative peace? Относительно покой, мир, да, в обществе. Yeah. Сейчас нету вот в городе войны. Weather's today is pretty nice. Вот, например, сегодня погода неплохая для октября. Okay. So generally speaking, life is good. То есть можно в общем сказать, что жизнь не такая уж и плохая штука. Да хорошая. It's good. Yeah. Да. You have хорошо. A family, many of you, children. У многих есть семьи, у кого-то есть дети. People who love you. Есть люди, которые вас любят. Cars that start sometimes. А есть машины, которые иногда заводятся сразу. We're used to that. We think we deserve it. То есть вот мы привыкаем к своей жизни и начинаем думать, что мы этого заслуживаем. But that is all actually the kindness and the grace of God. А на самом деле это все просто по милости, по благости и по благодати Божьей. Remember, grace is receiving what we receive gifts when we actually deserve punishment. А помните определение благодати, да? Благодать это когда вам дают дар вместо того, чтобы наказать вас. Да. Now let's look at these, то есть вы заслуживаете наказание, а получаете вместо этого какой-то дар. Итак, посмотрим, что у нас за печати. In the seals, God begins to remove common grace. Вот, открывая печати, Бог начинает отнимать общую благодать, то есть Он ее забирает. Because in these, the verbs that are used in this chapter are passive. Глаголы, которые использованы в этой главе, они в пассивном залоге. They are not active judgment. То есть это не активный суд. They are the removal of common grace. Это просто пока отнятие общей благодати. In verse 2, he releases the Antichrist onto the earth. He releases Antichrist. If you could read that for me. А второй стих. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Now, of course, some people wonder if this is the Antichrist.
Некоторые люди задаются такой вопрос, не об антихристе ли здесь идет речь? And some people believe that the rider on the white horse here, in fact, is Jesus. А другие же люди считают, что всадник на белом коне – это Иисус Христос. As Jesus rides on a white horse in chapter 19. А мы с вами увидим, что в 19 главе, в 11 стихе, на белом коне будет Иисус Христос. But the, там белый конь и война. But the description in chapter 19 is much fuller than the one here in chapter 6. Однако вот в 19 главе более подробное описание Иисуса Христа присутствует, а не только белый конь, чем как у нас вот в 6 главе. And Jesus never rides out really as a conqueror bent on conquest. He is a victor that is going to be victorious. So this being is just out to conquer. И Иисус Христос, Он победитель, да, Он уже одержал победу, а во втором стихе написано, что Он вышел как победоносный, то есть чтобы победить. А Иисус Христос не выезжает для того, чтобы победить, Он уже победил. See, in the context of common grace, и вот в контексте общей благодати, we recognize that right now part of common grace is the fact that the Antichrist is held back. А мы понимаем, что часть общей благодати – это то, что Антихрист удерживается. А здесь мы видим, что он отпускает Антихриста на землю. Let's look back at 2 Thessalonians, как раз мы с вами можем об этом прочитать во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе. 6 и 7 стихи. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». So right now, during this period of common grace, the Antichrist, who is clearly described here, is being held back. И вот в этот период, вот видите, здесь в этих стихах описывается Антихрист, he is held back. В данном случае он удерживается. But in the first seal, he is released. А когда первая печать открывается, то он отпускается. There is the spirit of Antichrist is alive in the world. И мы можем сказать, что дух Антихриста, он присутствует, он как бы жив в мире. But this final manifestation in the actual person. Но здесь уже речь идет о последнем проявлении в качестве личности Антихриста. На данный период Антихрист удерживается. Вот там, где у вас пункт. So you see this is a very important understanding of the seals. То есть это очень важно для понимания идеи с печатями. The things we are used to begin to disappear. То есть то, к чему мы привыкли, то, что мы считали как само собой разумеющееся, теперь исчезает. Мы лишаемся этого. The second seal takes place in verses 3 and 4. А третий и четвертый стихи, здесь уже снимается вторая печать. And if you would read verse 4 for us, please. Четвертый стих. «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». You see that phrase, to take peace from the earth? Вот выражение. «Взять мир с земли». Really, right now, even though there are wars around, most of the world lives in peace. В настоящее время, несмотря на то, что в каких-то частях мира идут войны, можно сказать, что мы живем в относительном мире. But that's not normal in a fallen world. Однако это не естественное положение для грешного мира. In a fallen, sinful world, we should be killing each other all the time. В грешном и в падшем мире люди, собственно говоря, должны убивать друг друга постоянно по своей природе. And yet God has given us relative peace, but the world loses its peace at this point. Однако вот благодаря общей благодати Бога мы живем в мире, но вот здесь мы видим, что земля лишается мира.
So even in the world of with wars, the world is typically peaceful and secure. Даже во время войн в мире обычно присутствует порядок и безопасность. But this is not necessarily describing war here in verse 4. Но в четвертом стихе, возможно, даже дается не описание войны. But really, it's describing anarchy and a battle for survival. А просто описывается анархия и битва за выживание. Every man and woman for themselves. То есть каждый сам за себя. And the laws will be helpless to stop people from taking what they want, even if that means taking someone's life. И когда анархия, то естественно, что никакие законы не действуют, никто их не выполняет, каждый делает, что хочет, и берет все, что хочет, даже может взять чужую жизнь. So under God's common grace, the world is generally law-abiding. При наличии же общей благодати Бога мир обычно живет по закону, в общем. Придерживается закона. And yet when God, when Jesus opens that second seal, that nature of man will be released. А когда Иисус Христос снимает эту вторую печать, теперь уже никаких ограничений для грешной природы человека нет. Он начинает проявляться в полноте. No one will be safe. И никто уже не будет чувствовать себя безопасно. The third seal. Далее у нас третья печать. In verse 5. Третья печать у нас в пятом стихе. And this rider holds a pair of scales. Теперь у этого всадника мера в руке, можно сказать, весы. And if you could read verse 6 for us, please. И далее читаем шестой стих. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хеникс пшеницы за динарий, и три хеникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». A denarii is a typical day's wage. А динарий – это заработная плата за день. Would you like to work all day to buy one loaf of bread? А как вот вы хотели бы весь день работать, только заработать столько, сколько хватит только на одну буханку хлеба? That would be very difficult. Было бы очень трудно в таких условиях жить. So something has happened to the regular system of harvest, hasn't it? То есть мы видим с вами, что что-то произошло, очевидно, с урожаем, что недостаточно провизии. You'll notice that that this only affects grain and not oil and wine. Обратите внимание, что затрагивается пшеница, зерновые культуры. Вот, но написано елея же и вина не повреждай. Olive oil and wine have plants that are deeply rooted. Оливковые деревья и также вот виноград, который дает вино, это растения, которые имеют очень глубокие корни. So if it doesn't rain for a little while, the wine and the oil will be all right. Если будет засуха, и не будет дождя определенное какое-то время, то оливковые деревья и виноград выживет. But the grain. Однако пшеница засухи не выдерживает, и ячмень, они погибают. Or it will produce very poorly. Либо урожай будет незначительный. See, rain is part of the common grace of God. Дождь – это тоже элемент общей благодати. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. In chapter 5 of Matthew, verse 45, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 45 стихе, it says that God sends rain on the righteous and the unrighteous. Написано о том, что Бог посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. In other words, it's part of his common grace. То есть мы с вами можем сказать, что дождь – это часть общей благодати Бога. But that's going to change. Но, однако, это все изменится. And the change in rainfall causes famine. Отсутствие дождя приводит к засухе, приводит к голоду. And only annual plants are affected, and not those ones that are deeply rooted. Но обратите внимание на то, что пострадают только однолетние растения, а многолетние растения, у которых глубоко уходящие корни, от засухи не пострадают.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.